Здравствуйте! С вами «Стройные субботы», и мы в филиале Ветковского музея. Я Виноградова Ольга Михайловна и мой оператор Ганькина Мария Валерьевна покажем вам сегодня и продолжим тему, расскажем и покажем пояса. Пояса на бёрдышках. Вот такой вот предмет, который мы с вами уже в одном из видео видели. Хотелось бы рассказать в теории, что такое бёрдышко. Получилась история, которую мы с вами видим на станке, тоже уже видео с вами видели. Есть вот такой вот предмет, который называется бердо. Оно имеет плоские такие вот детали и щелочки, да, пластиночка тонкая и щелочка. И мы с вами и вязали нити, и заправляли в ниты основу. Вот такое вот, да, пространство получается, которое расслаивает у нас вот отверстие, да, получается, дырочка такая вот, расслаивает благодаря нитам, нити расслаиваются на верхний и нижний уровень, да, вот если потянуть, то мы немного видим, как это происходит. Любое из изделий, которое начинает делать будущий мастер, конечно же, без учителя не обходится. Мы снова обращаемся к книге «Селивончик. Белорусские народные поясы». И на одном из страниц в разделе, одном из разделов в этой книге, как раз таки и рассказывается о ткачестве на бёрдышке. Здесь мы вот видим вот такое вот бёрдышко, но принцип действия его, получается, этого предмета — соединение берда и нитов в одно целое. По идее, это должно называться как-то по-другому. Но вот почему-то в народе бёрдышко закрепилось название, и все понимают, что вот это вот бердо, а вот это вот бёрдышко. В музеях разных можно увидеть разное украшение на бёрдышках, а у нас это украшение с короны окна взято. Именно с фондов Ветковского музея заказано, и вот такие вот две милашные целующиеся птички. Вернемся к нашему предмету бёрдышка. Мы с вами видим, заправлены в бёрдышко наше нити достаточно толстые, и они, как видите, будут впоследствии пушиться. Но сам пояс будет достаточно плотный, и мы видим с вами вот такую вот ширину. В практике мы с вами посмотрим, как это выглядит в процессе. А прежде хотелось бы обратить ваше внимание, как заправляется нить в бердо. Мы видим с вами щелочку, в которую вдевается ниточка, и в отверстие, в которое тоже вдевается ниточка. И так это делается последовательно. Можно заправлять нити основы по-разному, но у нас в практике мы, если вот так вот вытянем нити, наклоним, вытянем, то мы видим, что у нас есть между одной цветной нитью две фоновые белые нити. И вот так вот чередуются друг за дружкой одна узорная нить, две фоновые. Могут поменяться местами цвета, то есть фоновые, допустим, могут быть красные, а узор может быть белым цветом. Но прежде чем начинать ткать вот такие отчасти сложные узоры, можно попробовать сделать вот такого вот плана
поясок или тесемочку. Очень к сумке хорошо будет смотреться, смотря какую нить потолщине взять. И мы с вами видим просто набор цвета: розовый, бордовый, желтый, красный, белый. Все они соединены в определенном порядке, заправлены. Можно сначала пошалить вот здесь вот, но мы с вами понимаем, что должен быть центр, и от центра симметрично у нас будут отходить в края правый-левый одинаковое количество нитей. И соткать вот такую вот красивую тесемочку. В интернете мы можем с вами увидеть много различной информации, связанной с поясами, качеством поясов на бердышке. Но в Твери есть такое интересное место Торжок, где показывали в музее ткут на более широких бердах половички. Вот такие, как мы видим с вами, вот на этом станке ткется. То есть способ ткачества каждый выбирает сам для себя и подбирает то, что более приемлемо и нравится. Что касается бердышка, очень мобильная и классная вещь. Так как когда ты подкал, берется вот так вот, подтягивается уже готовая работа, закручивается аккуратненько на само бердо и складывается в пакет, и привязать основу и ткать ты можешь в любом месте. В принципе, как и с дощечками, которые было у нас одно из видео. Теперь перейдем с вами к самому процессу ткачества. Для того, чтобы заправить нити в бердо, можно это делать самостоятельно одному. Сначала подсчитать определенное количество нитей, сколько будет нитей в узоре, сколько будет нитей в утке. Для меня проще, когда я вот так вот поштучно считаю, сколько надо, чтобы было между, сколько в узоре надо, чтобы было нитей. И записываю все вот так вот подробно для себя. Со временем, конечно, профессионалы уже знают определенное количество и определенное количество самих у нас щелочек и отверстий, и заправляют по памяти, по наитию. Так, мы с вами видим, что заправляется с помощью крючка, используется крючок. В данном случае у нас заправлены ХБшные нити основы, и прикреп вот к телу может быть вплоть до мочалки с какой-то линейкой, допустим. Как закрепляем готовое уже изделие? Просто иголочкой. Вот так вот уже есть какой-то кусочек у меня готового изделия, да? Будет становиться готовое изделие все больше и больше, и соответственно будет каждый раз подкалываться так, чтобы было удобно. Удобно было ткать, потому что сидишь, конечно, ты сидишь, но спина постоянно напряжена, руки, чем дальше ты держишь, тем больше напрягаются. Вот так вот, да, подколол, то есть вот здесь вот у нас вот такое вот, можно булавочкой, то есть каждый приспосабливается как может, как хочет. У меня вот такая система. И дальше что мы с вами видим? Вот оно, наше полотно, как и на станке. Только это полотно опять-таки может расслаиваться. Ниточки могут подниматься вверх с дырочками, да, вот нашими вот этими вот отверстиями, и могут опускаться вниз, и то, что в щелочках, нити основы поднимаются вверх.
Здесь мы с вами видим вот ту самую заправку 2 к 1. Конечно, отбит край, то есть когда делаешь изделие с каймой, то оно выглядит более солидным. Хотя при каждом случае это по-разному может выглядеть. И когда ты ткешь, ты уже знаешь, что если прокладываешь слева направо, то дырочки наши должны находиться вверху. И вот в этот зев прокладывается челночок. Но прокладывается, если делаешь узор, не просто так. Узор, как вы видели, уже был отрисован по схеме. И мы остановились. Вот сейчас найдем, правильно ли все было сделано в предыдущий раз или просто проброшено. Видите, просто если видишь ошибку, проброшено, значит, никакой узор не перебран. Значит, вот так вот возвращаемся обратно. Смотрим на наш узор. Узор у нас будет сейчас идти вот отсюда. То есть у нас будут вот эти вот две бусинки, да, ниточки подниматься. Но мы видим, что у нас поднялось намного больше нитей. То есть какие-то опустились вниз, а какие-то поднялись вверх. Значит, нам надо какие-то опустить нити вниз, а какие-то поднять вверх. Сейчас я закреплюсь. На нашей схеме я специально отрисовала крестиками те нити, которые поднимаются вверх. И если посмотреть сейчас на тот зев, который открыт, то мы из 9 нитей видим, что поднялось только 4. Значит, где-то у нас есть еще. Вот мы можем физически их между разделить. И вот так вот разделяем и поднимаем. Все, теперь все 9 у нас сверху. Но нам так не надо. Нам сейчас зев говорит о том, и я специально покажу и поставлю челночок так, чтобы понимали, что те нити красные, которые фоновые нити, находятся внизу, вверх они ни в коем случае подняться не имеют права. А вот те, которые узорные нити, вот те как раз-таки нити могут или опускаться, ну мы их называем топить. Так вот, все утопить. Или, как я уже показала, в варианте все поднять. В нашем случае нам надо сейчас утопить вот эти вот две белые. И мы видим, да, что вот они сейчас, вот они на челночке. То есть, когда ставим челнок, нить снизу, фоновая, не уйдет наверх. А те, которые надо утопить, мы пальцами физически видим, как это делается. Вот так вот прокладывается челнок. На что хотелось бы еще обратить внимание, что когда мы заправили нити в бердо, то здесь ширина намного больше, да? Мы физически должны нити собрать так, чтобы у нас получалось уже изделие намного уже. Птицы наши вверх ногами неспроста. Видите, они у нас таким маятником качаются. То есть, когда мы стали работать нити основы, они становятся намного уже. Можно сделать специальный шаблончик, чтобы постоянную ширину держать. Но край, мы видим с вами, какой он получается, надо аккуратненько заводить и подтягивать. Подтянули, поменяли зев, и когда поменяли зев, на себя уплотнили нить утка, то, что образует узор. Вот тут вот, если мы внимательно посмотрим, получается бугорочек. Вот этот вот бугорок, вот сюда, да, вот так вот, оп, вот этот бугорок мы видим, видите, как он
выпрямляется. И пальцем подтягиваем аккуратно. Ну, это со временем ты начинаешь чувствовать, но шаблон будет как раз-таки вот и помогать теме того, какую ширину держать. Следующая у нас узорная полоса идет в центре, вот такая вот, вот одна центральная вот эта вот ниточка. Значит, все узорные нити, которые по краям, сбрасываются вниз. И вот так вот получается. Опять поддерживаем край, чтобы он красиво ложился и не превращался в бугорок. Протягиваем ниточку, укладываем. Вот она такой вот как бы красивой петелечкой уложилась. Меняем зев. И вот так вот на себя подтягиваем. Подтянули, снова у нас вот тут некрасивая петля. Мы ее снова вот так вот аккуратно подтянули. И смотрим ширину. Какая у нас будет красивая ширина, чтобы нити утка практически не были видны. И давайте посмотрим процесс быстрее. Без слов. Когда изделие нужного вам размера закончено, вы, конечно же, обрабатываете края. Вот эти вот махры могут быть абсолютно разными. В книге «Селивончик» как раз-таки тоже есть раздел, где показывают, как раньше отделывали края поясов, и, может, вы как-то будете по-новому придумывать то, как будет подходить именно к вашему поясу. То, что вам больше понравилось. Нравится. Конец с вами на сегодня мы историю о ткачестве на бёрдышке заканчиваем. Будем рады видеть вас на страницах в нашего сайта музея. Приходите к нам в сам музей. Если хотите, научим лично. Всего хорошего, до свидания.